Около 4 часов дня на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дзержинского произошла серьезная авария. Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer, вопреки знакам, решил повернуть налево, а точнее развернуться, при том, что движение разрешено только прямо или направо. Во время маневра в Mitsubishi врезался ВАЗ-2110. В отечественном автомобиле находились 2 человека, в иномарке 3. Сзади сидел ребенок. Он был в специальном удерживающем кресле и поэтому не пострадал. Пострадали пассажир Mitsubishi Lancer, женщина, предположительно, с переломом таза, была госпитализирована, и также пострадали 2 пассажира, водитель ВАЗ-2110, которые были не пристегнуты и получили травмы тела, ссадины, также были госпитализированы.